Привет всем! Сегодня мы с вами поговорим об упражнении лапсала. Разберем разные варианты перехода. Самый базовый вариант выполнения самого упражнения лапсала не будем разбирать, потому что он был уже в предыдущих роликах. Итак, принимаем исходное положение, становимся в положении Иджикимяма. Партнер выполняет прямой удар, я выполняю блок бонсала. Теперь делает перехват, не забывайте, что локоть не поднимается. И партнер сразу же делает блок бонсала, защищается. Первый, самый базовый переход, который изучается на начальном этапе изучения упражнения лапсала. Это переход, когда мы начинаем делать удар, партнер начинает нас перехватывать. В этот момент мы сами делаем захват и выполняем удар. И партнер вынужден защититься с помощью бонсала другой рукой. Вот мы перешли на вторую руку. Следующий вариант перехода. Это переход с помощью движения танда. Из бонсао мы делаем переход на блок танцао, выполняем удар второй рукой, и вот мы перешли на другую сторону. То же самое выполняет партнер. Раз, из бонсао переход на танцао, на танда, и перешли на другую сторону. Следующий переход с ударом вниз. Выполняем удар вниз, партнер выполняет блок джамп и сразу атакует нас в голову. Выполняем бонсао, перешли на другую сторону. Тоже джамп. Выполняем удар в голову, переходим на другую сторону. Следующий вариант. С рубящим ударом в голову. Выполняем рубящий удар, партнер защищается с помощью блока усао. Захватываем руку и выполняем удар. То же самое. Вместо прямого удара делаем рубящий. Перехватываем руку, выполняем переход на другую сторону. Следующий переход. Вместо прямого удара выполняем рубящий или боковой удар в голову. Партнер делает блок паксао и выполняет рубящую атаку в шею, той рукой, которая блокировала. Мы выполняем блок бонсао и выполняем удар. Если во время этого рубящего удара мы защищаемся не с помощью бонсао, а с помощью паксао, тоже ничего страшного, партнер делает переход и опять мы переходим на движение бонсао. Следующее движение. Защита с помощью, атака идет с помощью не прямого удара, а боковой удар вниз. Если мы используем не жесткий захват руки, а обводящее движение с небольшим контролем руки, то партнер защищается движением гансао с ударом ганда. Вот мы перешли на другую сторону, опять перехватываем руку, рубим вниз. Защита с помощью гансао с ударом. И все эти варианты вы можете сочетать между собой. То есть гансао с ударом, боковой удар с ударом, с переходом, в другую сторону то же самое. Если вдруг партнер вместо бокового удара вот этой рукой выполняет боковой удар другой рукой, или рубящий удар, допустим, выполняем движение с блоком бьюсао, переход сюда, и вот мы перешли опять на другую сторону. Еще раз. Раз, другой рукой. Вот эта рука у партнера занята сейчас, выполняем удар, партнер перекидывает руку, и вот мы опять перешли на другую сторону движения бомбала. Теперь, если разберем сейчас такую ситуацию. Если мы сейчас выполняем удар из бонлап, но уже жестко прихватывая руку и не давая партнеру защититься с помощью бонсала, тогда используется вот такое движение. Прихватываем руку, выполняем удар, партнер защищается с помощью усала. Это тоже один из вариантов наработки, но это уже выход из упражнения бонлап. Более сложный вариант перехода из бонлап. Когда мы перехватываем руку, делаем движение бумсао, отдавливаем руку, выполняем удар второй рукой, партнер защищается с помощью мансао. Вот отсюда. Захватываем руку и бьем, переходя на другую сторону. Еще раз. Бумсао, удар, защита с помощью мансао. Перехватываем руку, рубим и переходим на другую сторону. Еще один вариант перехода с помощью блока бьюсао. Выполняем бьюсао, прихватываем руку партнера рывком на себя, второй бьюсао, захват и удар. Опять из-под бонсао выполняем бьюсао, захват, бьюсао второй рукой, удар. Вот мы опять перешли на другую сторону с помощью блока бонсао. Итак, это были почти все основные варианты переходов в упражнении бонлап. Возможно, есть еще какие-то варианты, можно исследовать это упражнение, добавлять какие-то свои варианты. Но используя те варианты, которые мы показали, можно уже переходить к более-менее свободной работе в этом упражнении, которая позволит выстроить вам грамотную защиту под разными углами, защиту от атак под разными углами. Спасибо за внимание.